Всем привет! Сегодня будем делать простую анимацию. Кому будет полезно данное видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Для меня это очень важно. Спасибо. Создадим новую композицию. Назовем ее Title. Создадим новый слой. Обязательно черного цвета. Сделаем надпись. Два раза щелкнем левой кнопкой мыши по нашему черному слою и выберем кисть. Далее зарисуем, то есть не сильно большим, не сильно толстым размером кисти, чтобы не было зазоров, так как это будет мешать нашей анимации впоследствии. Самое главное, убедитесь, что duration у нас стоит на bright on, а не на single frame. Single frame нужен для покадровой анимации. Думаю, в следующих видео я разберу, что такое покадровая анимация и как сделать ее. Так что подписывайтесь на канал, будет интересно. Возвращаемся к композиции и ставим track mate на luma mate. И еще самое важное. Переходим на черном слое во вкладку Effect, Paint, Brush, Stroke Options. Видим keyframe, передвигаем его поближе к началу и выделяем оба keyframe, нажимаем F9. Можно также перейти во вкладку Keyframe Assistant и нажать на Easy Ease. Далее мы делаем Black Soil Screen. Это не обязательно, но можно сделать. И смотрим за анимацией. Если нас все устраивает. Меня это немножко не устраивает, поэтому я немножко подальше сделаю. Да. Вот так меня больше устраивает. И создадим еще одну анимацию, для того, чтобы все это было как поживее. Создадим null object, назовем его wiggle, нажмем букву P на английской раскладке и с зажатой alt мы нажмем левой кнопкой мыши на часики position. Далее откроется консолька и мы сюда впишем wiggle, скобки открываются, 5,5. Тем самым у нас создастся анимация, но нам для этого нужно будет привязать еще наш текст к wiggle. Для этого потянем за данный шнурок и, как видим, у нас появляется анимация. Довольно-таки очень даже плавная и красивая. Далее, для того, чтобы еще как-то украсить, сделаем glow. Берем для этого в Effect и Presets Glow и наложим на наш текст. Итак, у нас получается довольно-таки приятная анимация текста, причем быстрая и качественная. Быстрая и очень легкая. Быстрая, легкая, качественная анимация. Да. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии под этим видео. Всем спасибо. Всем пока.